Братан, я, конечно, все понимаю, но эту деревню я нашла, потому что я на нее. Я стою ближе к ней, я ее вижу, значит, я увидела ее первей. Это моя деревня. Фаска. Ну, не знаю, по приколу. Привет. Кстати, всем привет, ребята. Меня зовут Фласочка. Со мной сегодня мой друг. Ой, извини, брат. А, тебе все равно? То есть тебе все равно, да? То есть ты меня не любишь, да? Это седьмой ролик, пока мы до этой деревни. То есть ты меня не любишь, да? Короче, со мной мой друг, да, не брат. Брата у меня больше нету, все, я это, ухожу в детдом, брата у меня больше нету, его зовут, это мой друг Ричи. Ричи, поздоровайся. Всем привет, сегодня со мной моя корова. Все понятно, которая... все понятно, вот и все, вот значит променял меня на корову, все, я с тобой больше не дружу. Короче, сегодня в этой деревне, ребята, я сниму квартиру. Ричи, а у меня... Алмазов нет, дай алмазов, пожалуйста. Вот все на свои места и встало. Рич, дай денег мне. Сейчас мы... Рич. О! А это что? Ступеньки. А зачем они тут? Погоди, оно похоже на замок это. Слышь, это похоже на мордочку, смотри, два глаза и ротик. Это не так работает. Стоять, а где у вас... Главный у вас где? Здравствуйте. Мы хотим у вас арендовать хату. Я вижу еще одну хату. Ну, как бы вам так сказать, старейшины больше нету. А где... Ой, мы соболезную вам, все мы не вечные. Нет, его уменьшили вместе с его хатой. Окей, а с кем мы можем поговорить? Нам бы это, хату снять. Пока что ни с кем, потому что старейшина как бы новый не выбрали, старый у себя там в доме маленьком. Я так понимаю, вот в том вот доме, да? Да. А позвать мы его можем, может он выйдет к нам, нам дом купить, ну, арендовать. Его с его маленькими ножками сложно ковылять. Вон, видите, сзади меня, вон, на, в конце дороги пытается один дойти. Вот так вот они ходят, им очень сложно ножками ковылять, своими маленькими. Я вижу вас тут много. Хорошо, Рич, какой у нас план действий? Можешь помочь им хотя бы? Слышь, а кто-нибудь у вас этим вопросом-то занимается хотя бы, это же не дело. Да. Профессорка один приперся, но он до этого еще у нас тут был. В итоге, ну, серим-парем-па, и все. И плюс еще у нас знахарь был, который умел вот такими вещами заниматься, но он в итоге обиделся на профессора и уехал наверх. Куда наверх? Да, соболезную. Все мы не вечные. Нет, вон на тот остров. Это где? Остров. Какой остров? Куда ты смотришь? Ого! Слушайте, а можно там это, снять хату? Я понимаю, будет дорого, но... А кто там захочет жить? Нет, это территория нашего знахаря. Он никого туда не пускает. Блин, Рич, я хочу на острове жить. Погоди, и тот замешан был с этим. Этот свалил, этот пока здесь остался. И чё? Я пошел туда прогуляюсь, а ты туда, короче, иди. Ну ладно, давай тогда. А где встретимся? Здесь же, в центре, да? Да, я тебя постараюсь найти. Окейшки, ну-ка, я смогу наступить на него? Да не раздави ты! Да все, я побежала. В общем, встретимся мы с тобой в центре. Все, давай, братан, люблю, целую. Не брат, ты меня понял? Друг, а не брат. Больше у меня нету брата. Так, погоди-ка, а где здесь ход? Извините, здравствуйте, можно войти? Здравствуйте. Я тут пришла спросить, можно ли у вас квартиру, дом снять какой-нибудь? И ко мне. Вы доставка? Какая доставка? Не доставка я. Жить хотим у вас в деревне. Но нам сказали, перед этим нужно помочь вам. Ну да, старейшина, как бы, ну нету его. Проблема в том, что мы тут немного напортачили, да и... А мы это кто? Ну, я и местный знахарь. Он хотел, как бы, уменьшать, увеличивать, гормонами этими баловаться. В итоге... Мы сначала начали работать, генератор вот скрафтили. Вот все получилось, вроде все шло. Что-то у него не пошло не по плану, он обиделся, сказал, типа, ну, я поехал и ушел. Ага. Окей, хорошо, а куда он ушел? Вот на тот свой летающий остров, верно? Ага, использовал мои наработки, поднял воздух, остров и наверх. Ничего себе, так это кусок земли, который просто подняли в воздух? Вот это да! Слушайте, я, конечно, все понимаю, мне здесь не особо интересно углубляться в эти подробности. Вы мне лучше скажите, как можно уменьшиться, я хочу быть маленькой. Я с этим пока рисковать не хочу, видишь, у меня генератор вообще случайно начал людей уменьшать. Я об этом не рассказывал, мне это не рассказал. Да, вы мне это рассказали, так что ваших же интересов, чтобы я не проболталась, может уменьшите меня? А у меня нету, все, что уменьшающие пилюли и подобная фигня, это все вот к тому будет знахарю. А, ну ладно. Хорошо, тогда я, наверное, схожу к нему и узнаю. О! Я что-то там никого не на. О, здорово, Фласка. Слышь, я никого там не нашел. Может, ты что-нибудь расскажешь? А, это кто? А это мой брат Ричи, мы с ним вместе хотим снять у вас здесь друг, дом. Друг. Это мой... То есть ты сам хочешь быть не братом, а другом, да? Нет, ты же меня передразниваешь, говоришь, друг. Все. Отныне, ребята, все. Он мне не брат, у меня нет больше брата, я теперь отныне сирота. Понял меня? С братом нельзя, вот с другом можно.
не вставляй, и тебе виднее, Ромочка. Ромочка, ты должен это вставить, как минимум мне скинуть, все. Если ты ему скинешь, я обижусь. Ты же мой этот, Ромочка, да? Правильно? Ромочка мой, не твой, понял? Не говори с Ромочкой так, будто бы он твой, он мой. Как разговариваете? А, да вам показалось. А где ваш, так сказать, знахарь? Вот, брат, друг. Друг говорит, что его на его... Гуманисты, все. Друг говорит, что на острове никого нету. Штуки осмотрели. Тот, который весь в дырках? Ага. В смысле, он тоже уменьшился? Ну да, он только так и тусуется. Меньше жрать надо. Тогда чем? Давай тогда, Ричи, пойдем обратно на этот остров и поговорим Ранец с этим. Ранец возьмите. А, вот этот? Спасибо. Спасибо большое. А брат мой, ты взял? Ай, я пешком, походу, доберусь. Я только один был. А, ну неважно, если что, он меня подождет. Все, спасибо вам тогда. Мы к вам вернемся, когда разузнаем что-нибудь. Итак, братан, что тогда у нас поплыл? Ух ты ж, господи, реактивная штука! Уговаривай, да дом не сломай, они размером с тебя. Ух ты, а можно внутрь зайти? Ладно, хорошо, давай для начала разберемся с этим знахарем. Так, что мне нужно? Где там этот верстак? Короче, ты стой тут, я быстренько слетаю и попробую его там найти. Там верстак прям посерединке. Ну, то есть поднимешься наверх и... А знаешь, тут мне вдруг стало интересно, как ты туда забрался? В смысле, у меня эндерперл был. А, ну ладно, все, пока, давай. Хорошо, ребята, мы на... Тут вообще ни дома, ничего нету. О, вижу верстак, окей, аккуратненько приземляемся. Извините, ёлки-палки, что тут? Извините, как его там звали, я забыл. О, я вижу, он там стоит. Извините, можете выйти, нам поговорить надо. Я бы вижу, но я что-то не сильно так горю желанием. Давай ты ко мне зайдешь, слышишь? А каким образом? Я, это, ну, немножко большая. Ну, учитывая, что ты ко мне зайти смогла, вот, набери. О, спасибо. А что, мне, лизнуть надо эту штуку? Да. Ладно. Материально-объемный перераспределитель. What the... А, здравствуйте. Вау. Диванчик, кроватка. Слушайте, балдежно, извините, мы здесь как бы с другом моим хотим снять у вас квартиру. Но для начала бы нам нужно увеличить вашего старосту, чтобы с ним обговорить все. Этот придурок без меня начал, что ли, эксперименты свои делать? Не знаю, кто начал делать эксперименты. Я так вижу, вы здесь все замешаны, раз вы тоже маленький. Я же сказал, я свои знания не буду передавать каких-то там ученым. Господи. Слушай, давай так, я тебе помогу, потому что старость-то, ну, как бы тут ни при чем, вот так и так помочь надо. А я тебе даже... Взамен скидка хочешь на съемку? Давай, конечно хочу, а сколько скидок он будет? Много алмазов? Процентов 20. Кстати, ребята, мой ранец тоже стал маленьким. Процентов 20, вообще балдёшь, я только за, говорите, что делать, я только за. Вот, возьми у меня это черные пилюли, побольше бери, прям побольше бери. Окей, а где взять, где сундук у вас тут? Обними меня. Обнять вас? О! О, маленький молоток, вижу, материально объемный. Молоток берегу, кстати, молоток тоже пригодится. Молоток ладно, хорошо, я, значит, беру молоток и материально объем черненькую штучку, да, и говорите? Черненькая, да. Окей, я взяла две штучки, мне хватит? Не-не-не, больше бери. Ладно, хорошо, три штучки хватит? Пять. Ладно, хорошо, 4-5, все, взяла. Если что, эта штука тебя обратно возвращает. А, окей, то есть красненькая меня уменьшает, а черненькая меня возвращает обратно, верно? Да. А если я прям в доме попробую? Не надо? Это моя хата. Так, что значит мне нужно сделать? Увеличивай каждого, кого этот придурок уменьшил. И слышишь, давай так, есть такое дело. Какое дело? Вы говорите, я наемник, да? Видели, у него, у этого придурка такая штука на столе стояла? Да, он сейчас сказал, какой-то генератор, из-за которого все и пошло по одному месту. А, так он вообще направо-налево всем это рассказывает. Если он скажет, что я там еще, мне тоже какой еще бомба. Так, смотри, тебе надо будет вот эту одну черную штучку прямо ему в генератор закинуть. Ага. А что произойдет, если в генератор кину? Он же увеличится, генератор, нет? Штука взорвется. А, так у меня есть динамит, я могу просто подорвать, нет? Не-не-не-не, нужно сделать так, чтобы она сама детонировала. А, окей, все, хорошо. Слишком много внимания будет. Значит, хорошо, я поняла, моя миссия, мне нужно увеличить каждого жителя, который уменьшен, и пробраться к нему в дом и взорвать вот этот генератор, верно? Да-да-да-да-да-да. Все, хорошо, потому что этот генератор, ребята, как я поняла, и есть причина уменьшения всех жителей в деревне. Ну и не только жителей домов тоже. Тогда все, я к вам приду, как только все закончу. А вы не хотите увеличиться, нет? Mm-mm. Ну ладно, хорошо. Короче, что тогда увеличивать? Ну-ка. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, братан!
Брат, я поговорила с ним. Там реально у него верстак, и внутри целый домик. У него там кроватка, диванчик. В общем, что он мне сказал? Он сказал, что тут он вообще ни при делах, ни при каком этом. Смотри, дал мне вот эту вот штуку. Сказал, на каждого жителя, которого я увижу, прокликать. Это поможет жителям вернуться в их исходное состояние. А как мы их в их состоянии внутри домов будем их маленьких делать? Блин, братан, ну короче, давай, дома я возьму на себя, потому что у меня есть вот такая штучка. А-а-а, крыши, если что, и в это будем ломать, прям перед тем, как... Нет, братан, постой, крыши ломать не надо. Короче, смотри, эта штучка так и работает. Эту штучку, давайте я дам побольше, на, мне три штучки. Ты же будешь увеличивать, так ты будешь их увеличивать, как бы они там внутри есть, плющатся. Так, погоди, а... Давай тогда не будем пока что трогать тех, кто внутри домов, окей? А, нам староста нужен, в этом проблема. Так вот, это проблема, давай я уменьшусь и просто с ним поговорю, если что, на крайняк. И пробуем. О, фига себе, правда работает, ну-ка. Рич. О, спасибо, что помогли. Не за что, Рич, это вообще кайфон. Так, смотри, ты ищи, они настолько маленькие, что ты их можешь просто пропустить. О, вижу, у них даже тень маленькая, пипец, их можно реально пропустить. Вижу, все, я увеличиваю всех, братан. Вот чё? Здесь. Где? Смотри, здесь в кустах. Так, а что, у тебя же есть эта штучка? А, точно, у меня же тоже такая штука. Так, ладненько, давай-ка я побегу-ка в эту сторону. Будет ли тут кто-то? Не, походу, здесь я маленьких я не вижу. Так, ладненько, ребята, пришло время, походу, идти в этот маленький дом. Ричи, не трогай, Ричи, я сама разберусь, не трогай ничего. Так, сейчас, погоди, как это уменьшать? О, уменьшилось. Опа. Извините, здравствуйте. Давайте я вам помогу отсюда. Рич. Вопрос, не знаю, как этой фигней работать, но... О, маленький топорик все ломает, балдеж. Сейчас я вам помогу, мне нужно сломать вам крышу. Рич, помогай ломать крышу, если ты можешь. Рич. Да давай, я просто буду отламывать куски. Так давай, ты... О, во, нормально, мне кажется, все. Так, готов? Вы готовы? Раз, два. Опа. А, блин, я сама увеличу, погоди. Себе же. Да погоди, я... Ты думаешь, я что, хорошо этой фигней пользуюсь? Не выпендривайся. Ну-ка. Опа. Сейчас мы дом сломаем. Рич, ломай дом. Все нормально. Сейчас мы это... Вас отсюда выпустим. Во, все, выходите. Спасибо большое. Не за что. Да, Рич, куда ты сломаешь? Ты ее дальше? Ты видишь, он уже вылез отсюда. Все, вы там дальше сами разберетесь. Опа, еще один малыш. Так, погоди-ка, Рич, давай-ка, наверное, мы уже всех вроде бы с тобой увеличили. Остался только кто? Остался только староста, верно? Я больше никого не вижу. Так, хорошо, Рич, я пойду с ним поговорю, окей? Ты где? Рич. Да я смотрю, где еще здесь есть. А, ладно, ты пока смотри, я пока пойду поговорю со старостой. Извините, здравствуйте. Мне тут это, ваш прорицатель, который живет на острове, дал вот такую вот штучку и сказал, что это поможет вам всем вернуть свой исходный размер. Вы готовы? Да, конечно. А, стой, не сейчас же, как ты, аж куда? Нормально, меня? Все, я сейчас с крыши разберусь, смотрите, что я сделал. Вот так, смотрите. О. Слышь, карлик переросток, может тебе помочь эту крышу сверху? Нормально, сейчас карлик разберется, зырьте. Опачки, и теперь... А? Ой. Ты перестаралась. В смысле перестаралась? Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Ой. Так, тогда давайте-ка вот эту штучку я на вас кликну. Сейчас. О, вроде... Ну и что, вы что, прыгнуть что ли не сможете? Разберетесь. Ой, там у вас еще один был чибрик. Ну-ка, сейчас я ему помогу. Сейчас помогу вам. Опачки. О. Балдёж. В общем, староста, здравствуйте. Тут такое дело... А хотя, погоди-ка, давай вначале миссию завершим, а потом уже будем с ним общаться по поводу съема дома, правильно? Давай. Короче, Ричи, я тебе, кстати... Так, это тоже надо вернуть в исходное расположение. Ричи, я тебе не досказала. Он сказал, что нужно у этого профессора сломать его генератор, потому что именно этот генератор и причина вот этих вот уменьшений. И не только людей, но и зданий тоже. И он сказал, мне нужно вот эту штучку кидануть в генератор, чтобы он взорвался. Короче, смотри, у меня план. Ты идешь, с ним говоришь, так как он находится возле него, давай тут подсмотрим. И так как он находится, вот тут видно, видишь, прям возле него беленький такой. Ага. Он находится возле него. Ты такая, не стой возле окна, то он увидит. Так как он находится возле него, тебе надо будет его отвлечь. Я уменьшусь, проберусь, ну и сломаю его, понял? Окей, понял. Так, хорошо, давай-да-да, я остановлюсь на исходную, и я тебя крикну. Давай, насчет три. Давай. Там дырки скинь. А, он на меня палит, давай, Ричи, сразу иди. И отвлекай его. Давай, заходи, иди. Здравствуйте. Так. Быстро, в дырку. Бой. Так, окей, и где это я? Это, знаете, мы... Далеко от генератора, мне нужно ближе подойти. А как мне пробраться-то?
Ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Так, мы там вот вроде бы все почистили, а вы скажите, пожалуйста, а ваш генератор отключить как-нибудь можно? Там не прокатит, там просто такая система, то что он либо работает, либо он бомбанет, короче. В смысле бомбанет? А это будет последствия какие-нибудь, нет? Не, ну мне да, поэтому я не хочу выключать. А, вот оно как. А вы могли бы, ну хотя бы, не знаю, перенести его куда-нибудь, выключить, чтобы бомбанул? Ну его надо же вырубить. А-а. Серьезно. А вам-то что, какая разница? Ну, давайте... Опачки! Ну вы же понимаете, что жители... Всё, я быстрее! А! Я кинула! Рич, бежим! Стоять! Ой, Ричи! Рич! Здравствуйте, а что у вас тут взорвалось? Взорвался. Мы без понятия, мы тут просто мимо проходили. А ты, братан, что тут делал? А, да я с ним разговаривал насчет генератора, и он в этот момент взорвался. Ой, а что такое могло случиться? Это какая-то небезопасная штука. Я работал над этим целых 7 лет. Ой. Ну, еще 7 лет поработаете, вы вот. Же не откинулись. Да, тут по факту. Ну все, давайте, удачи. Ой, Рики, мы это... Валим отсюда. Валим. Так, погоди, что у нас по плану? Мы сразу пойдем к старейшине, либо мы вначале тому мужику расскажем то, что мы взорвали генератор и все? Да, не знаю. Да можно, наверное, старейшине пойти и ценник сбить уже. А. Не прокатит? Слушайте, старейшина, у нас здесь очень... Ой, вы до сих пор тут сидите. У нас здесь такой вопрос. В общем, мы договаривались с вашим знахарем, который живет на том острове. Он нам поручил миссию и сказал 20%. На 20% будет дешевле снимать у вас хату. Вот. Я так понимаю, вы же все сотрудничаете, да? Нам, наверное, не нужно идти сдавать ему отчет. Вы типа там сами как-нибудь договоритесь, да? А, да без проблем, конечно. Это вы же нам помогли. Мы вам эту, конечно, скидку сделаем. Скажите, пожалуйста, сколько у вас денег, чтобы снимать хату? Ричи, сколько у нас денег? 4 алмаза. 4 алмаза. Ну, допустим, 20% скинул, 3 алмаза. Ну, вы можете жить вот в этом доме, в котором я сейчас стою. За 3 алмаза вам как раз сойдет. А можно оформить ипотеку, пожалуйста? О, кстати. Да, доставайте паспорт этой молодой девочки. А почему мой? Я не работаю, а он работает в шахте, вот, да. Как раз вырастет и будет оплачивать. А, знаете, ребята, вдруг что-то мне захотелось прервать это видео. Походу, нас пытаются развести. Ребята, если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь они очень интересные. А с вами была Фласочка и мой друг Ричи. Всем удачи и пока-пока. Ты чё, скотина маленькая, стой, я там паспорт твой уже оставил. В смысле мой паспорт, если это у меня? Там твоя роспись нужна. Я не буду нигде расписываться. Fuck you, Ричи, fuck you. А паспорт ты не забрала. Ну и фиг с ним, росписи-то нет моего и моего присутствия. Fuck you, ничего ты не сделаешь с моим паспортом. Fuck you, Ричи. А теперь спойлер на следующую серию. Нет, заканчивай.